Зимний день на территории главного водозаборного узла Мытищинского водоканала прошел в непривычной рабочей обстановке. Здесь организовали лыжную трассу. Главными спортсменами стали сотрудники организации. Ольга Филиппова работает оператором на водозаборном узле в ЖК «Афродита». Узнав о проведении лыжного первенства, одно из первых записалось в участники. Я очень люблю заниматься спортом. Я кандидат в мастера спорта в прошлом. Занималась по многоборью в институте. Поэтому я всегда здоровый в жизни. Нам очень нравится принимать участие в этих соревнованиях. Водоканал Мытищи часто проводит спортивные мероприятия, в которых мы всегда рады участвовать. Лыжные гонки проводились среди женщин и мужчин в трех возрастных группах. До 40 лет, от 40 до 55 и свыше 55 лет. Женщины бежали 1 километр, мужчины 1,5. Главным судьей соревнований стал Владимир Семенов, специалист по спорту областного комитета профсоюза жизнеобеспечения. На площадке было организовано музыкальное сопровождение и горячий чай со сладостями. А главным вдохновителем и инициатором проведения первенства по лыжным гонкам стал руководитель предприятия Сергей Кремешков. Спорт – это хорошее настроение, это здоровье, это вообще здорово. Так что мы не только лыжи, у нас настольный теннис, большой теннис, волейбол, мужской и женский, легкая атлетика, лыжи, мини-футбол, участие в туристических слетах. Спорт объединяет, и такие соревнования на Мытищинском водоканале тому очередное доказательство. Даже местный кот Тайсон финишировал на спортивной дистанции, пусть и без лыж. А коллектив зарядился отличным настроением, оздоровился и уже готов к новым спортивным достижениям. И не только. Алла Сталаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.